Здравствуйте! Вы на канале Шмыгля Резидент и Алинас Хом Гарден. И сегодня коротенькое видео о моих эвстомах. Мои эвстомы цветут с 20 июня. У меня распустился первых два цветочка, два разных сорта. Один карликовый и один высокорослый. И вот сегодня 20 июня распустился первый цветок. Сегодня 9 июля, и у меня цветут на сегодняшний день 6 сортов эвстомы с 9. И хочу вам показать. Вот этот эвстома лавандовая, эколаван. Лейван. Эвстома Эко Вайт. Беленькая. Вот буквально вчера распустился первый цветок. Карликовая эвстома. Сапфир Блю. Вот смотрите, вот уже первый цветочек отцвелся. И я один даже убрала. Забыла, что я хочу собрать семена. Ладно, думаю, здесь много цветов. Соберу. Вот такая красота. Это Эко Блю. Это Эко Блю. Они разные. То Сапфир Блю, а это Эко Блю. Посмотрите, сколько здесь цветов. Надо мне еще раз подвязать. Сразу не подвязала, а оно как-то, не знаю, почему вот так согнулось, наверное, от дождика. И вот так согнутое. И пошла расти. Посмотрите, бутоны какие. Бутоны вот такие, а потом... Ну, это, наверное, другая. Что-то здесь перепутала я. И вот бутонах Эко Блю. Какая красавица. Вот обожаю их. Я прямо в этом году мне так хорошо удалась эвстома, что у меня такой заряд. На следующий год хочу больше. Уже смотрела и кинула себе в корзину много других видов эвстомы. Вот, смотрите, вот видите, уже отцветаются. Но здесь очень-очень много бутонов, и она еще будет долго-долго-долго цвести. А вот, видите, бутоны какие красивые. Это Эко Блю. Сапфир Блю. А это Сапфир Вайт. Подождите, забыла. Извините, это Blue Chip, Сапфир Blue Chip. Посмотрите, какая она красоточка, очень-очень красивая такая она, белая. Не знаю, почему Сапфир Blue Chip, а, ну, каемка, сиреневая каемочка, поэтому. Она очень нежная и красивая, очень. Вот здесь у меня еще не цветут. У меня три сорта не цветут еще эвстомы. Жду. Некоторые недавно только распустились. И вот вам результат. Это те, которые... Ой, распустились. Вот пересадила, и они вот такие еще маленькие. Ну, зацветут попозже. Ничего страшного. А здесь у меня вот такой микс. Ну, вообще-то я по два сажала. Ладно, не знаю. Blue Chip и Blue. Это сапфир. Серия сапфир. Низкорослые. Низкорослые. Не знаю. Буду пробовать сохранить. Не знаю, получится, не получится. Вот здесь это тоже белое будет цвести. Белое у меня как-то очень плохо... Ну, шла в рост.
И она вот такая какая-то жиденькая. Позже отросла, и вот она еще только одна распустилась. Здесь тоже у меня микс Blue Chip и Blue Сапфир. И ну вот здесь у меня под деревом. Мы дерево обрезали, и вот такой горшечный садик у меня с эвстомы. Есть и другие, но в основном эвстома. И вот пришли опять мы к началу. Еще в одном месте у меня есть. Сейчас я пойду вам и покажу. В двух местах. Вот так. Красиво цветет и радует меня моя эвстома. Она того стоит. Она моя любимица. Я в нее влюбилась давным-давно. Я не знаю, вот лет 5 назад, когда я увидела на одной из свадьб, думала, что то розы, а когда поближе посмотрела букет, а то не розы было. И когда я у декоратора спросила, она мне сказала, что это за цветок. И вот с тех пор я ее обожаю. Ну и по пути к моим другим эвстомам вот такая у меня композиция в саду тоже. Оно относится к горшечному саду. Дихондра и... Как она? Забыла. Не петуния, а другая. И начинается другая волна цветения моих розочек. Вот это остинка. Hair Life. Лилии цветут уже, гортензии цветут вот так красиво. Ну, это об обзоре моего сада. И Аннабелька. То была гортензия Incredible, а это Аннабель. Здесь незаконченная композиция. Я извиняюсь. Но здесь тоже есть эвстома. Я еще ее как бы... она у меня в процессе, эта композиция здесь. Вот еще такая эвстома. Не помню, она какая. Когда зацветет, покажу обязательно. Ну вот посмотрите, какой красивый бутон. Вот посмотрите, какой бутон. Это вообще бутон обалденный. Красота. Я прямо в восторге. Это серия Эко, только какая, не знаю. Не знаю, посмотрим. Вот здесь тоже это недавно посаженные эвстомки. И вот. Это, наверное, желтая. Эко Yellow. Ну, посмотрим, так как я не могу быть уверена. Потому что у них бутоны, когда, ну, такие бутоны, они почти все одинаковые. Но еще должны распуститься Echo Yellow, Echo Pink и Echo... забыла. Но она тоже такая розовенькая, с каемочкой идет. Идем к следующей композиции. Здесь у меня при входе вот такая композиция с петунией. И тоже забыла, как они называются. Это не гладиолусы, не гладиолусы. А такие беленькие, похожие на гладиолусы, но не гладиолусы. Забыла. И тысячелетник вот такой красавец по моему саду. Очень-очень много цветет. И вот эко шампань, самая первая. Вот здесь я сломала бутон. Вот по привычке я кругом бутона, чтобы силы было больше в цветочках, тоже нужно подвязать. И забыла, что я хочу семена. Посмотрите, какая красота. Но она сразу видно, что
первая распустилась, так как здесь больше цветов. Эко-шампань. Это эко-шампань цветет у меня. Красавица. Очень, очень. А посмотрите, бутоны какие красивые. Посмотрите. Она вот... И я вначале подумала, что это будет желтая. А потом, когда она раскрылась, вот такая красота. Здесь у меня вот такая композиция. Тоже порядок нужно навести. И вот с этой стороны, не знаю, пока не цветет. Почему-то здесь на этих бутонах вот такая бяка. Не знаю, что оно такое. Здесь у меня аденимум, который летом, все лето цветет на улице, на солнышко. Вот такой красавец. И вот здесь композиция уже зацветает. Она была посажена, ну, кашпо были на заднем дворе, и они позже почему-то начали развиваться. Герань, вот такой куст большой, огромный. И недавно посаженная устома. Ну, это уже ближе к осени будет она цвести. Здесь у меня вот так, я проведу чуть-чуть по моему саду. Вот так цветет, пахнет и пышет мой сад на 9 июля. Возвращаемся к моей эвстомке. А, вспомнила. Это у меня это эвстома. А вот это калибрахуа. Калибрашка. И то, которое я забыла, как называется, была калибрахуа. Ладно, идем к эвстоме. Вот такая красавица. Здесь тоже не цветет, не знаю. Ну, у меня три сорта должны еще распуститься. И вот. А это сапфир Blue Chip. А там сапфир Blue. А вот эта вот эта герань почему-то такая желтая здесь. Не могу понять. Нужно побольше горшок ей дать, наверное. И вот такая лилия красавица. Уже лилии отцветаются. Почему-то в этом году очень быстро они отцветаются. Нужно срочно сделать обзор сада. А то лилии отцветутся и все. И вот хризантемка начинает цвести, желтая. Летняя. Моя розочка Дон Жуан неустанно цветет. Вот какая красавица. Опять только закончила первое цветение и началась волна второго цветения. Очень-очень красивая розочка. Очень она мне нравится. И моя крупнолистная гортензия макрофила. Вот такая красоточка. Каждый год цветет неустанно. Хоть в этом году она переболела, но вот цветение по списку. Ну и коротко о моем балкончике. Все, у меня времени не хватает сделать обзор. Ну, раз обзор моих горшечных цветов и об эвстоме, коротко покажу вам мое крыльцо. Вот, это будет правильно. Это у меня не балкон, а крылечко. Выйду я на крылечко. Здесь у меня фуксии. Вот такие красоточки. Я снимала более подробно. Вставлю кадры. Где-то 2 дня назад. Вот такая красота. Водопад не включила. У нас раннее утро, 6 часов утра, 9 июля. И вот, посмотрите, какая геранька у меня красивая, белая.
видеорепортаж с моего сада, моей веранды. Вот так выглядит вход в мой дом. Здесь у нас выделенные растения и фуксия рядом, хотя она не выделена. Водопад. И вот так просматривается место. Ну и вот эта сторона. Моей открытой веранды, что ли. Птичка кормящий, я так. Вот такое сердечко с птичками. Здесь качелька. Извините, сидели и не поправили. И вот такая полочка с комнатными цветами. Ну, а это поилочка для калибри. С этой стороны тоже импатиусы и герань. Ну и вход в мой сад. Вот такой красавец. Здесь вот герань. Здесь тоже нужно обрезать отцвевшие цветы. И вот здесь вот такая плющелистная герань цветет у меня на подпорной стеночке. Вход в мой сад. И здесь у меня горшечный садик на входе. Черешковая гортензия. Жарко ей в этом году, плоховато, ну, цвела так нормально, но как-то очень быстро, но ничего, дает новый прирост. Бегония, клематисы и коротко обзор сада. Распустилась белая лилия. И здесь тоже у меня вот желтая хризантемка. Самосев в моем саду. Откуда он пришел, не знаю. Но цветет второй год. Очень красивый. Очень его люблю. Рассаживать буду по саду. Golden Shower в бутонах. Вторая волна, ну, очень долго он распускается и цветет мало. Ну и вот на моей красоточке лавандовой я хочу закончить мое видео. Хочу пожелать вам всем счастья, радости, мира, добра, мир в ваших домах, в ваших сердцах, мир нашим странам. И мир всему миру. До встречи на моем канале Шмыгля Резидент and Alina's Home Garden. Всем пока-пока. И до встречи в моем таинственном саде.
обзор, архивный обзор моего таинственного сада в июле.